close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Главный упор, конечно, на каркас и материал изготовления, и на качество изготовления. Насколько у вас усилие. Смотрите, как провально. Здесь, внизу. Всегда обращайте внимание на сварные швы. Видите, уже почти покраска, они у нас, ну, еще остались где-то, что-то не шлифовано еще до конца. Вот на каждой воротине просто, да, 210 швов. Причем швы могут быть в круг, то есть сложные. Есть, да, простые там. Это я будет анонс смотреть про ворота. Ну, покажу. Вот посмотрите, какой захерачен шов. Это я вам просто про конструкцию говорю. Есть разница, блядь? Или там, извините меня, херня стояла, пимпа. Поэтому цена будет другая. И у этих ворот можно по-разному сварить. Также есть, посмотрите, все вот в круг варено. Потому что клиент, скажем, заплатил то, что я ему объяснил. Это стоит столько. И только соединен. Как вы видели, а там огромный. И вот шов. Видите, здесь. Посмотрите, и здесь вон. Как сварены завитки. Посмотрите здесь. Видите, сколько? Вот любой, посмотрите, вот у меня, да, ну тут вот поменьше, тут побольше. И попробуйте его выломать. Если там хоть вот такая капелька стоит, которая пик-пик-пик-пик, эта капелька может быть непроваренная. Понимаете? Вот здесь, посмотрите, варено. Здесь, еще с той стороны. Здесь, посмотрите, варено все в круг. Аж чуть там я оставляю только небольшие. Посмотрите, вот здесь любые швы мои, гляньте. Разницу. Поэтому, если вы хотите... У меня увидели где-то на сайте или там цена, скажете, ой, дороговато, вот за это беру, вот. А если хотите подешевле, я вам показал, какие будут капельки. И когда, вот представьте, делается за место 150, здесь можно было обойтись швами, делается 210 вот таких движений швов, это ужас, сами можете понимать. А их потом еще, вот эту круговерть, посмотрите, зачищать надо. Здесь зачищать, вот здесь будет зачищаться. Видите, еще доваривалось в круг, здесь варилось. Вы можете представить? Любой, посмотрите, здесь. Ну, я говорю, еще не доработано, ничего, это не избивали капли. Это они у меня одновременно делали, я просто не успел. Просто я вам рассказываю про скамейки и, ну, и столы. Обращайте внимание, также вот даже на петлях, посмотрите. Это вот я за один шов, за два, по-моему, считаю. Вот с одной стороны и с той еще. Поэтому можно сделать из рамы. И посмотрите, какая тоже рама, да, здесь. Тоже. А можно сделать подешевле. Как один клиент. Там, говорит, дешевле. Я говорю, да пожалуйста, мне. Я тебе тоже могу еще дешевле сделать. Удивил. Вот посмотрите, вот здесь надо тоже все в круг сварить. Попадет капля, сюда пойдет, пойдет, пойдет. И у вас трубу эту разорвет. И изделие мандец. Также и здесь, вот посмотрите, труба. Вода попадет, хотите, сделаю подешевле. И лавки, скамейки, столы. Вода попадет, разорвет. Кто будет отвечать за гарантию, я или вы? Вот поэтому, вот посмотрите, все надо все проварить так, чтобы туда не затекла вода, водица. Ну и здесь, соответственно. Поэтому, когда что-то выбираете, вы смотрите все-таки не подешевле, а вы посмотри, какое, блин, качество. И ко мне тоже, если кто-то обращается, я вам объясню, что за что берется. Поэтому, прежде чем вообще что-то купить, вы ориентируетесь не красиво и недорого, обычно такой лозунг, недорого и красиво. А вы все-таки иногда хоть на качество немножко постараетесь внимание обратить. Можно зашить, если хотите, дополнительно листами, профильными, стальными, цветными, какими любыми хотите. Здесь 3,20. Ширина и 2 высота. Листами зашиваются, я такие уже делал, если вас заинтересуют уже, так сказать, такие модели. Эконом-варианта, вы сможете без проблем найти на сайте, у меня на канале, там размещено различные варианты данных ворот, с калитки, без калитки, ну и немножко небольшие, чисто такие индивидуальные, кто как захотел, небольшие изменения по дизайну. Ну и по качеству тоже бывает, раму добавить, усилить, допустим, вот тут на которой висят петли, 40 на 40 делается, там делается, и немножко, конечно, начинает цена расти.
Ну а так следить за обновлениями, за воротами, фото дальше смотреть. Я что фото потом после видео я всегда фото размещаю. Ну какие-то другие модели заинтересуют тоже там. У нас будут репортажи. Есть репортажи, если кто первый раз смотрит, есть как я вообще делаю, как я зачищаю ворот, подготавливаю к подкраске. Это очень важный момент.